Всем привет, всем привет, с вами Шмыга, вы на канале Ушмыги. Сегодня поиграем в игру под названием Ghostbusters, видеогейм, это ремастер. Она вышла недавно на Эпике. Ну, Epic Games, да? И вообще эта игра очень старинная. Ну, давайте на среднем уровне поиграем сложности. Повторюсь, я английский. Вы слышали странные звуки ночью? Короче, если вы что-то слышите нестандартное, то звоните нам. Ghostbusters. Who you gonna call? Ghostbusters. Рассел, ты в восточном окне? Я что-то слышал там. Так, подожди, я что-то слышу. Я иду проверить это. Что-то страшное ты слышишь? Я читал про Шендера. Чувак, который донатил кому-то, не знаю. Ребят, ну это чисто не, это без перевода, это просто игра. Ты не можешь здесь, остановись. Ты не должна быть здесь, остановись. Ребят, спасибо за подписку. Опять во время... Я надеюсь, меня не забанят за эту музыку. Ну, почему не продолжить? Ну, ладно. Спасибо большое за... в память о Гарольде Реймсе. Ghostbusters. Is your haunting an apparition, poltergeist, phantasm, wraith, banshee, demon, spectre, tortured soul? What? No, we do not summon dead family members and catch them. Короче, она оператором работает и говорит, что какие-то странные звуки, какие-то странные эти, а там просто семья умерла, ну типа мы этим не занимаемся. Новый кадет. Добро пожаловать на корабль. Это может быть немножко опасно. Да, отлично. Опасность наша жизнь. Никаких имен, Рэй. Я не хочу приплетать сюда мелкого. И ты же знаешь, что за дело? Там, короче, не... Он готов для пути, для дальнейшего пути с нами. Отлично. Мы сейчас пройдем обучение. То есть мы играем за молодого парня, который хочет поиграть... Ой, поиграть... Substantial, a significant collected and centralized necromantic convulsion level 7 or more. Agreed. We need EMF measurement checks now. То есть к ним попал какой-то дух внутрь и, наверное. I know the answer, but I'm gonna ask anyway. Is a level 7 whatever? Что за уровень 7? Уровень 7 плохой или очень плохой? Из-за от 1 до 10 это 7 уровень. Очень быстро текут. Очень быстро. Опа. Так. Comeback, так, возвращаемся. А, мы просто играем в игрушки? Окей, хорошо. А, Иган и Рэй мы должны, это не Рэй, да, все, окей, погнали. О, они вниз ушли или мы... Они вниз, наверное, ушли. Как мы помним, они... пожарную часть занимали, поэтому... Let's move. Так, давай, собирайся. Что надо делать? Ага. There it is. It seems oddly drawn to the containment grid. He's been fascinated with it ever since you added the viewer to the unit.
Okay, easy now, cadet. I'll talk you through this. Use the proton stream to get his attention. Используй протон. That's some highly sensitive equipment you're disintegrating there, kid. Не, не так мощно. That's my fault. I was fine-tuning the interspatial gasket this afternoon. I'll fix it. You two get those ghosts back. Ага, так, он пофиксит эту хрень, а мы пойдем туда. Come on, kid. We got a job for you. Taking the right precautions, Slimer's harmless. More or less. Not sure about the other guy, though. Okay, let's go get him. Ну, короче, мы сейчас вдвоем будем... It's easy to get excited your first time out with the proton stream. Egon will fix it in no time. Мы дальше будем, собственно говоря... Ну, короче, мы за ним бегаем и ищем Now, first and foremost, before things get out of hand, you want to get to know your proton pack. It can be your best friend out there in the field. Everything you need to know is displayed on the pack itself. Here's where you keep an eye on your current physical condition. The more green that's on the bar, the more damage you can sustain and still stay on your feet. This bar indicates your pack's heat level. When it gets to the top, you'll want to vent the pack and keep it from shorting out and resetting. Ну да, нужно, короче, перезарядить будет, если будет красным. We break it into three basic steps. Sap them, cap them, and trap them. The first step is blasting a ghost to sap its energy. Yeah, that's the stuff! See that overlay on the ghost? It indicates the current accumulation of a ghost decaying. The more you disperse, the weaker it becomes. Так, нам нужно, короче, держать его, короче, постоянно под... Так, надо перезарядиться. Мы вроде перезарядили. Нам нужно вдвоем удерживать его очень, ну, некоторое время, чтобы, он, чтобы мы его погасили. Блин, очень, очень большая сенса, на самом деле, в играх. В нынешних играх сенса, наоборот, уменьшена. Здесь, видимо, игра, так как игра... Мы потеряли жишку. Так, что там у нас? Не знаю. Экзит. О, он стреляет, смотри, какими гакашками какими-то. Так, перезаряжаемся. Got it good and windy. Next stage, cap. You can project the capture stream or wrangler manually using this control. On the other hand, the pack will detect when a ghost is sufficiently weakened and auto-select the capture stream setting. Get in there and throw a capture stream on that tub of goo. Ой-ой-ой-ой-ой, вот же ж какашкин. You got it! Soon as your ghost is in your capture stream, the slam meter begins to slowly charge. If you want to accelerate the slam meter charge, you can wrangle or counter-wrangle the ghost at the end of the line. Here's how you do that. Watch the ghost. When he makes a dash in one direction, you pull... А, нужно дойти до слэма. Все, я понял. There you go. Perfect. Good roping, cowboy. Make sure your pack slam meter is charged. Let him have it. Так, ну мы его тупо поймали, а что сейчас нужно делать-то? Ow, that's brutal. We did run a background check on you, right? Now we can move to stage 3. Trap him. You're gonna need some place to put that. See the beacon signal coming from the closed trap? That helps you find it when things get crazy. When a trappable ghost moves into proximity, the trap will open automatically and project the trap cone. Не-не-не, иди сюда, иди сюда. Нам нужно ловушку засадить, короче, да, как и по фильму. Вот сюда нам надо его. Да блин, иди сюда, братан. Тут хорошо, тут в ловушке очень хорошо. Очень хорошо в ловушечке, пожалуйста, иди сюда. Ой, извини. Во-во-во, все. Да блин. Ой-ой-ой. Блин, тяжело. Пока что. Да
Да ладно, я сейчас не справлюсь с этим простым заданием. Да ладно, ему нужно просто засунуть в эту хрень. Типа, тупо мышкой его или чё? А, вот, все, вроде он все попал в ловушечку. Так, отлично. Нормально, кадет. Нужно все время перезаряжать ловушку, типа, или что? А, или собирать ловушку, типа. Ага. Вы его поймали? Чего? Ну, это первое заданница мое. Hey, how come this mump gets all the new stuff? He's our new experimental equipment technician. He gets a cool title, too? It means he gets to carry around a bunch of untested, extremely dangerous hardware that, if not handled correctly, could blow him somewhere into New Jersey. Oh, this knucklehead lugs around our very dangerous prototype hardware that could potentially blow us into New Jersey. Короче, да. Что-то интересное. Они говорят. У нас есть тяжелая работа для тебя. Scooter, we need to go, let's roll. Типа погнали на тачку, погнали на тачку. Where to, Ray? Куда гоним? The Sedgwick Hotel, отель. Это первое место, где кого-то там заметили. Правильно. Это какая-то точка, которая нам что-то поможет выяснить. Training will be on the job tonight. Try not to destroy too many Manhattan landmarks. That's our job. Так, у нас в отеле первое задание. Давай посмотрим. Это ужасная зеленая какашка на 12 этаже опять делает там какой-то хаос. Сэр, если бы вы про... Да, ладно, так. You'll see that your warranty on rehaunting expired some time ago. You should have taken the extended service agreement. Типа закройте, не знаю. Ну ладно. Очень быстро речи текут с субтитры, поэтому я немножко не успеваю. Ребят, если вы знаете английский, вам будет попроще. Если вы не знаете, то, видимо, ну да, вам не понравится. Не понравится видео, хотя, может, и не понравится, не знаю. Это мы просто смотрим первый взгляд на игру, которую делали очень давно, и так дальше. Он хотел к ней подкатить, она сказала, иди-ка ты нафиг, и так все. Ты будешь нормально работать со мной, я покажу, почему позже. Видимо, так. Нет? Мы в лифт идем. Да? Да. Нет, ну я, во-первых, как бы в Кембридже учился, потом, ну, как бы, ну, для меня английский это с мой родной, и все. Доктор Венкман. Part of our settlement with the city, proton packs must remain off in heavily populated public areas. And in close quarters. It minimizes the city's liabilities and satisfies the restraining order the maid here had put on us. Where we live in today, you shoot a proton stream, a highly charged particle at someone, they get all so happy. Это он! Так. Отлично, у нас теперь новый план. Oh, come on, Ray. I'm the one that gets a face full of slime every time the little green buddy escapes. He doesn't even know me well enough to hate me. Да. Watch все it. Так. Осторожней! Контакт! Ой-ой-ой-ой-ой! Ах ты, собака тварь! А что надо делать? Жижон, Жижон, здорово. That's what your proton stream is for. You've got him on the run. Come on, let's go, Peter. Nah, I've seen this one already. Know how it ends. You two have fun, though. I'll cover the elevators and escort any ladies. Он уйдет к лифтам, чтобы что-то делать, а мы вдвоем остались. And this signal looks just like your elusive little targeted entity.
Так, очки, наверное, нужно будет одеть. Meter will flash and buzz when it detects a potential signal. The pair of goggles are linked directly to your active PKE meter. This lets you see otherwise undetectable phenomena while you track it. Ghost trails, object auras, all kinds of cool events. Да, мне нужно одеть очки. When it's flat, you're following a cold trail. Line the target up with the smallest circle for the best scan. Okay, you got it. Now just take us. Way to go! Что мы увидели? А, ну мы, короче, что увидели, ладно. Red signifies a hidden ghost. Green indicates an environmental paranormal anomaly. Blue means an active sample. Он сказал, синий это типа плохое, а красный это теплее. Вон он. Scan is sort of like taking a good snapshot. When you've got an entity in range, hold the scan button. This will analyze the ghost's PKE signature. Careful. Так, синий пошел. Идем за Рэем. Так, хорошо. Или не очень. Whoa, he's definitely been here. Синий пошел. Синий нам не нужен. Так, и что надо делать? А, вот он, ёптель. Like а, ага, все понял. Вот это? Then we roll it back into research and development. The extra funds let us experiment with new equipment and offensive technologies, which in turn you get to wear on your back to test. Remember, you can always review techniques, tutorials and equipment in your online Ghostbusters field manual. It's all accessible from your PKE meter. With your PKE out, you can equip plus three. I don't feel good. Peter, come in. You okay? Uh-oh, man down. We've got a man down. Go, go, go. Так, Питер подлёг. You can move faster than that, can't you? Double time, cadet. А, я могу бегать, ага, окей. Блин, ну это... ну это реально старая игра, потому что он типа бегает и не может... Так, ревью, окей. Я прикрывал лифты, а он меня типа за это... When one of us goes down, we always help each other out. It's all about teamwork. Oh no, my friend. That was back. Короче, все должны быть вместе, потому что если он нападет на кого-то еще, то будет очень плохо. Вам нужно спуститься немедленно. More ghosts? Больше призраков? New people die every day. Call the elevator, Junior. Так, нужно вызвать лифт, окей. Ну, пока даже без англицкого, да, через букву О и через все остальные буквы, мы, ну, на самом деле, пока ничего сложного нету в понимании сюжета. Наверное, дальше есть, но... Короче, да. Мы застряли в лифте, нам нужна некоторая помощь. Думаешь, мы застряли? Давай-ка посмотрим. Ray, you guys good with officially stuck in the elevators? Show of hands. Here it comes. Он идет. Или Chill это начинается? Ray. Убей это, Рэй. Нужна рука. You always fail, don't you? Так, короче, четвером сейчас мы его должны загасить. Never mind the onion head for now. Ой, ёпти. Give him the what for? Whites in their eyes, kid. Aim high. Ow! That's a nice start. I'm on your side. Hey, I'm on your side. Ай-яй-яй.
Блин, его надо затащить, я вот не понимаю, как затаскивать их в эти хрени. О, хорош, одного затащили, да? Так, одного затащили. Блин, подожди, я что-то не очень понимаю. Ага. Да блин. Так, перезарядка есть? Есть. Так, второй есть. Все, хорош. А, это его? О! Вот же ж козлина, а? Не, нельзя. Нужно, короче, сначала вот этих загасить, а потом этого зеленого упыря. 71 бакс, это мало. The others are floating back upstairs. Venkman, you two pull our friend Slimer into a trap as fast as you can. There's a massive bulge in these spikes indicating this isn't just some routine clearing job. He gets so bossy when he hasn't had his nap. Так, мы с Питером остались и с ним будем за жижей гоняться. Is that honey-glazed ham? Я, кстати, не понял, как в фильме называли этого зеленого упыря? No way he could pass that up. Absolutely not. You can't go in. The Rodriguez bar mitzvah is set to start in half an hour. I'll bet the beef brisket is today's special. And you've done quite enough already. I'm sure the thing will just go away. I'm willing to risk it. You're not going in. Я очень рискую, вы туда не попадете. All right, we're out. Coffee time, everyone. Service has been declined beyond this point. Sounds like the Alhambra's off limits. Oh, the my schnitz, lovely hotel. You say. Nobody slimes Pete Venkman twice and gets away with it. Будь осторожны, Питер. Запомните, Элис, что-то там в опасности или что-то там. Так, мне нужно открывать эту хрень или нет? Слушайте, ну нужно отдать должное, что пока интересно. We're gonna take a little shortcut through the kitchen. Alhambra should be right through here. Hello, chef. Эй, шеф. Нет, достаточно интересно, но прикольно пока что. Окей. Окей, чемпион. You leave for a while. Отдохнешь немножко, типа. Опа, та-та-та-та-та. А где этот тупырь? Я его не вижу. Мне через это очко нужно смотреть или нет? Скотина. Опа. Он где-то здесь. Так, где он? Так, нам нужно все эти штуки типа прибить. Так, а он сдвинет это или нет? Я проверю, это ловушка его. Use the capture stream to move. That's all there is to it. You just throw this junk anywhere. We don't stick around. А, я с помощью шифта могу двигать их. Ё-моё, я только что сам допер. А куда он пошел? А, налево. Ага. А зачем он налево?
А, окей, тут новое помещение, я просто не знал. Так, хорошо. Хорошечно. Кто здесь? Ты знаешь, я думал, этот чувак сказал Родригес что-то там. Я, блин, очень быстро... А он любит все жрать же, да? Ну, вы помните. Да блин, хорош по мне фигачить. Да блин, а почему я не могу зацепить-то, алло? Так, перезарядочка сделалась. А почему мы не можем его захватить? А он опять исчез? Где он? А, зараза, тварь. Где он? Не вижу. Да блин, он опять исчез. А я могу, подожди, стой. Я могу еще одну фигню? Да, могу, у меня еще есть. У меня еще есть одна собирательная это. Тихо-тихо, он где-то. Ага. Где он? Все разрушил же, падла тварь, а? Смотри какой. Обжора. Да иди сюда, скотина, тварь. О, все, хорош. Все. Ушлепали железного. Да как нет-то? Я же... Да, хорош, давай, 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 давай. А, отлично. Да. Так, подожди, я же еще одну сделал фишку, или она... А, она все, типа? Да, отлично, видишь? Это что-то там такое. Что вы наделали? Тут же должны быть через 15 минут гости. Это, наверное, ваша проблема. Скажите спасибо мне и моему новому отличному рекруту здесь. Пожалуйста, да? Скажите, пожалуйста, от Ghostbusters Родригесу. Ну, наверное, так, я, честно, за. You grab the little spud? Ray, we need to have a heart to blob talk with this one, or we are going to have this much. Uh-oh. Heads up, your initiation is over. Опа. Now give us a hand. We've got a couple of really persistent troublesome spirits here. Woo! Так, опять. Да нет! Блин, очень тяжело. Да ё-моё. Они убежали или что? Нет, не убежали. Иди сюда. Давай, залезай
в это пекло. Нужно мышкой, короче, типа, управлять, да? Ну, тяжело, если честно. Так, одного посадили. Давай тебе перезарядиться надо. В смысле? Куда убежал? Так, иди сюда. Бежали сюда. А, бежать вот так? А, бежать вот так, да. Ой, четвером держим, отлично. Все, засунули его. Еще один остался. Так, засунули его, должны засунуть его сейчас. Не-не-не-не-не. Ну открывай. Не-не-не, ну открывай, пожалуйста. Блин. Блин, надо как-то на центр высадить, что ли, эту хрень, потому что тяжело вот сюда ее двигать. Ну, в смысле, это... Давай сюда, пожалуйста. Where are you going to call? Ghostbusters! Да хорош. Ну, блин, вот сюда-то дай подвинуть-то ее. Тихо, дай вот сюда тогда, на центр. Ага. Да, хорош, давай, 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 давай. Да, отлично. Это не моя? А вот это моя? Блин, это не моя была? Моя. Ну, давай, ну верни. Так, нам нужно возвращаться опять. Опять какие-то... Кто заплатит за все это? А, не надо переживаний, сэр. И как вы знаете, майор... Не за это, за повреждение. Короче, мэр заплатит за все это. Типа, он же хочет, чтобы Нью-Йорк был туристическим городом. Опа, еще один. Вау, куда он делся? Я полагаю, нам нужно идти за ним, пока он не нашел нас. Вы с доктором Спенглером идите куда-то там. А, куда? А вот с ним мы идем сюда, все правильно. Одеваем очечки. Да, пока я не понял, как загонять в эту ловушку этих тварей, но вроде, в принципе, все понятно, на самом деле. Ну, как бы, может быть, не все, но может быть, все. Ну, типа того. Наверное, не знаю. А что такое? Куда он делся? А почему я не могу? За бред. Мне нужно найти типа обход. А 38 это я типа. Я... Опа. А, 38 это я типа до баксов потерял. Опа, на. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я что, умер? Нет, не умер. А, он меня обратно что ли отбросил? Чё за ванна там у вас наверху? 700 кубиков воды спустил этот чувак. Наверное, так это все переводится, не знаю. А мне чё, за ним бегать все время? Реально? Серьезно? По воде? В смысле? Ну блин, это, короче, тяжело. А дальше я не могу пройти, понял. Так. Давай еще раз побегаем.
Блин, я уверен, что в то время это была бы очень простая игра, а вот сейчас это, короче, потому что это все давно забытые старые игры, и они реально, ну, типа, тяжелые. Ну, то есть не то, что тяжелые, а, ну, блин, ты привык немножко к другому всему, и поэтому, в общем, не обессудьте, ребят. Так. Ну, где он? Он надоел. Как его найти-то, алё? А! Так, минус один. 10 баксов мы заработали. А, нам нужно найти таких же штучек еще несколько, да? Ах ты, зараза, тварь. Ой-ой-ой, ну она электричеством бьется, понятное дело. Так. Куда мне теперь? Сюда, наверное? Да блин, я бегать не могу, да? Я, то есть только так хожу. А ты привык, что ты на shift нажимаешь, ты бежишь сразу. А тут получается, что нет. Не, синяя, он сказал, что синяя это плохо. Зеленая это средняя, а красная это то, что нам нужно. Вроде как я понял, нет? Если нет, то поправьте меня, пожалуйста. Опа. Отсюда же прилетело, да? Или нет? Блин, я хожу кругами, как дурак. Что за дела? Так, ладно, погнали. Наверх, может быть, нам нужно. Не знаю, куда мне нужно, подожди. Потолок, все потолок. Может, реально синяя, это имелось в виду... Да блин, а смотри, как он бегает. Он бегает просто жесть. Ага, портрет какой-то собрали. Так, туда мы не можем? Не можем, да. Артефакты. Что нам дают артефакты? Отель Седвига. Так, ладно. Артефакты нам что-то дают, но я не знаю, что именно. Потому что, ну, опять же говорю, гарвардский английский, он силен, поэтому, ну, типа, не обессудьте. Или как это называется, не знаю. Так. А я еще могу туда направо уйти теперь. Ну, вот тут красное, ну, блин, я не вижу ничего. Туда пройти я не могу. Не знаю, что делать надо, если честно. Очень красно, так. Где? Где очень красно? А это типа мои баксы все в минус уходят, да? Блин, да куда надо идти? Ну что начинается? Что за Шерлок Холмс в Ghostbusters, а? Охотники за привидениями не настолько должны быть Шерлоками. Ну и чё, мы опять пришли сюда. Мы же внизу. А мы можем вниз спуститься? Подожди. Может быть, мы можем вниз спуститься? Что за звуки были? Нет, сюда мы не можем пройти. Подожди, что с... Ну и чего?
Подожди, ну вот здесь мы... А вот туда мы не можем никак пройти? Не можем. Так, значит, там у нас есть только один путь. Это вот сюда направо. Это свечки. Слушай, может какая-нибудь дверь откроется? Нет, дверь вроде не открывается никакая. А где краснота-то вся находится? Краснота была где-то там, в том этом, да? Или нет? А может быть артефакт что-то открывает, его нужно... Блин, короче, не знаю, ребят. Я... Ну... И... Там прям, там он где-то. Ну так а как мне туда попасть-то? Короче, не знаю, что делать. Вообще не знаю. Туплю как индюк, да. Туплю как индюк. А здесь мы были, правильно? А, но здесь мы только нашли... Ничего не понимаю. У нас есть только одна точка, где очень много есть, где фонит. Правильно? Это вот здесь. Что нужно сделать? Я не понимаю, ребят. Если кто знает, тот напишите. В общем, мы с вами посмотрели на игру Ghostbusters. Старую игру, которую сейчас сделали ремастер. Она недавно вышла на Epic Games. Если понравилось видео, то подписывайтесь на канал. Но я уверен, что вам не понравится она. Это видео, потому что я здесь туплю как индюк. А, нет, подожди, прошли куда-то дальше. Так, открываем очко. Ой, в смысле... Ну, не очко, а... Опа-на. Так. Мы можем пройти сюда. Так, значит, не, подожди, так. Опа-на. Убирай. Ага, во, докуда-то дошли, смотри. Не совсем мы тупые. Ну, конечно, я тупой стример, это все. Ой, стример. Ну, не стример, а летсплейщик. Или как там это, короче, называется, не знаю. В общем, но мы куда-то сюда... Так, это нам нужно другую... Опа, ай! Убирать... Так, это мы все убрали. Так, и бежим обратно, правильно? Потому что он куда-то убежал, наш главный этот чувак. Не-не-не, тогда еще поиграем. Стоп, туда? А, это этот. Ну, это лошара. Так. Блин, ну хорош. Блин, ну я просто не знал, что можно разрушать эти самые... Типа... Да хорош, хватит меня бить. Я умер. Ну, прикол, да? Ладно, ребят, на этом мы остановимся с обзором этой игры. И если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Шимыга. Всем счастливо, всем пока!